Сегодня в Бишкеке плюс 34 градуса тепла. И на улице сидят разные люди с разными судьбами, которые не могут покинуть свое рабочее место хотя бы на минуту, чтобы купить себе просто воды. Салат Факел, можно вам воду дать? Можно, можно. Холодная она у вас? Ну, да. Ай, рахмат. Сынды қарындашыдан дағы көбіре өкілі болса. Да. А, можете сказать, со скольки вы работаете? 10 лет. С 10? Да. Лет? С 10 лет работаете? Да, да. А, хорошо. А здесь, получается, на этой работе вы во сколько приходите, во сколько уходите? Завтра 8, вечером 5 ходим на дома. Сугим сгял перед тазалық пы, қайсы предприятия іштеген жүбіз? Өз үзден, да? Бары өз үзден болды. Бары тамағы да өз үзден. Ананың қайқы жатасы бөй мақтан? Жоқ, өз үзін, үйлер өзге кеттіңіз, квартираларға кеттіңіз, үшінді өлі. Вы с утра работаете? Да, с утра с 8 часов работаю. А до скольки? До 7. Вечера? Да. С 7 до 7 работаете? С 8 утра до 7 вечера. Ой, а может я тоже туда спущусь? А там ничего интересного нет.